Страшно даже представить, что пришлось пережить пассажирам Боинга 767, который вылетал вечером из Симферополя. У лайнера отказал один из двигателей. Это видео мы получили от мобильного репортера Лайфа. Скажу сразу, трагедии удалось избежать. Лайнер авиакомпании «Икар» вернулся в аэропорт практически сразу после вылета. Как выяснилось, прямо в воздухе самолет отказал один двигатель. Но пилоты дотянули до взлетно-посадочной полосы на одном оставшемся двигателе. Как выяснил Лайф, сейчас борт осматривают техники. Они выясняют причину отказа техники. Боинг для перевозки пассажиров пока не пригоден. Самолет направлялся в Красноярск. Всего на нем находилось 277 человек. Все сейчас пассажиры уже размещены в здании аэропорта. С ними работает представитель авиакомпании.